Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины и описание к ним по книге «Великий музей мира». Фрэнк Бернам Дикси. «Две короны». 1900 год. Холст масла 231 на 182. Фрэнк Бернам Дикси. Английский живописец-иллюстратор. Автор картин на драматический исторический сюжет. Последние 4 года жизни он являлся президентом Королевской академии художеств. Дикси – представитель целой династии. Его отец Томас был известным художником, по чьим стопам также пошли другой сын Герберт и дочь Маргарет. В 1927 году мастер получил от Георга V Королевский Викторианский орден. Первый успех живописцу принесли портреты молодых женщин. Хотя Дикси не был членом братства прерафаэлитов, но многие из его работ можно считать написанными в стиле этого художественного сообщества. «Две короны», о которых говорит название картины, это золотая королевская корона, которой увенчан всадник на коне, купающийся в лучах земной славы, и терновый венец Христа на распятии, встречающегося этому средневековому монарху на его триумфальном пути. Художник, очевидно, пытается внушить зрителю, что король осознает тщету земного существования, бренность власти и успеха, и проникается высшими эстетическими идеалами. Христианский рыцарь для английского джентльмена был образом для подражания на протяжении большей части XIX века. Вот такое описание к картине Фрэнк Бернам Дикси «Две короны», 1900 год, по книге «Великий музей мира». До свидания, всего хорошего.